взять, поставить прямо перед моими собаками, чуть в багажник вообще. Потом, правда, выкручу. Натяг, побежит сейчас. Хорошо. Чуть-чуть. Молчал, чуть-чуть, я выключаю, чуть-чуть, и все. Сказала, я понял. Там сейчас тоже будет скоро. Я сюда внутрь какую-нибудь собаку выпустил. Ну, не надо выбирать кладу. Она не дошла до угла, что ли? Нет, вот угол, вот прям перед. Она немножко ее корректирует. Стоп. Все уже, она же нашла, ты что дальше? Она спасительная. Ты, дай сделать. Пусти, брось палаты. Что? Все. Как бы она так и правильно просвистела предмет. Хорошо. Все будет, да? Да, еще угол и буквально 10-12 шагов. Хорошо, ну не дашь мне плаву. Хорошо. Сейчас я возьму плаву, потому что ты дергаешь почем зря. Там где не надо. Там где надо, ничего не делаешь. Да, все сегодня классно, да? Первый год здесь такая погода. Я сама в шоке. Все, давай. Зуб. Надо собаку не разлепить. Хорошо. Тоже можно кого-то запустить, хотя сама кошечка классная. Окей, отдыхай. Завтра.